Да еще рано, парни, еще только, блин. Ну-ка, давай, давай. Сейчас за ленту попрыгаю. Хорош. Подрастающее поколение граффити, да, парни? Да. Нормально затегал. Кратер? Да. Хорош. Бля, ну вообще. Ну даешь. Давай, парни, тоже ты гоните что-нибудь. Для видоса, не? Чего? Да чего вы стесняетесь-то? Вон, бля, Мари не стесняется. Да вон тоже мелом ебаните что-нибудь. Давай. Давай.
Не-не-не, ты уже тегался, парням дай. Парням дай, пускай протегаются, давай. Давай. Ну-ка. О, заебись вообще. То есть ты кратер, этот Cartier, да? У вас все на одно, да? А вы что, парни? А это чекарь. Чекарь? Он ничего не умеет. Как парни узнали о граффити? Как вообще... Меня его брат познакомил. Познакомил с граффити? Просто в году 18, наверное, было нечего делать. Ага. Я не знаю, просто решил порисовать что-нибудь. А денег для... А откуда, ну, как бы, чем ты вдохновился? Да не знаю, ничем просто. Просто ты увидел, что есть такое граффити, да? И решил тоже попробовать? Да. Ну, нормально, молодец. Позже принесу маркерочек, было там, парни, потегайтесь, дама потегаться нормальным маркером. Сейчас как залью все. Короче, тут будьте, не, далеко не уходите. Так мы здесь стоим, там зажимаем. Вот, кстати, еще вот краска жидкая. Зачем ты снимаешь? А что вы, парни, на ютубе смотрите? Да. Резко? А4. Ну, да. А4. А4. Кого еще? Векмена? А? Векмена еще смотрите? Ну, да. Ну, если не по драйву, не по тегингу, то я смотрю. Кого? Ну, если не по граффити, то... Ну, чего? Давай, продолжай. Я не помню, как его канал называется, который самокатом на трюки делает. А, ну это ладно. Не, я думал, про граффитос спрашивал. Ну тогда... Я Векмана тоже смотрю. Я резко буду. Понятно. А Рэбла смотрите? Да, да. Бывало. Бывало, да? Ништяк. Он вам привет передаст, когда увидит, что вы его смотрите. Ну, вот так вот. Вы там ничего не воруете у меня? Нет. Нет? Ну смотрите. Я самокатом сворую. Слушай, ты что, банку своровал? Ну вот, когда начну делать обводку, тогда тени будут. А сейчас пока фоном занимаюсь. Ну, тени обязательно будут, конечно. Темный. Мне кажется, он красный. Ну?
Так, от таких. Да, я вижу. Правда. Травра. Я думал, никто нам подходить не будет. Заглядел бабушку. Видите? Я уже сказал, ну берите полупустые, забирайте. Да не, не надо. Ну, ты как бы особо-то, я думаю, не сможешь мне тут помочь. Ну, что маме сказать, что больно? Может, просто краски нет? Нет, такой. Видишь, я нажимаю, и он не заканчивается. Смотри, вот попробуй. Отпусти, отпусти. Ну, как тебе сказать? Сравни Инстаграм просто. Ну да. Спасибо.